Всем привет, меня зовут Влад Кемпа, и добро пожаловать на мой блог. Сегодня мы с вами поговорим о такой теме, она называется следующим образом. Что делать, ну, как правило, часто мне мои подписчики задают очень интересный, часто один и тот же вопрос. Что делать, если я не музыкален, и как мне быть? Можно ли вообще научиться играть на гитаре в таком случае? Это видео, которое сейчас я вам буду вещать. Оно очень полезно для новичков, для тех, кто не учился в музыкальной школе и, так сказать, тот, кто считает, что у него вообще нету слуха. Это видео как раз для вас, слушайте внимательно. Чтобы объяснить весь, так сказать, всю суть данной мысли, которую я хочу вам рассказать, я применю такую технику, метафору, которая называется «Лестница успеха». Что же это такое? Давайте разберемся. Итак, что же я имею в виду под лестницей успеха? Нарисуем определенную вот такую лестницу. Грубо говоря, она у нас будет такая синенькая. У меня орет кот. Подождите, я его сейчас выпущу. Я его здесь закрыл. Минуточку. Извиняюсь, я тут закрылся в комнате, и тут у меня кот, видимо, просился в туалет. Я его все-таки выпустил, не буду его мучить, не будем ждать, пока я тут закончу. В общем, суть в том, что если вы задаетесь вопросом, что вы не музыкальны, то вы где-то находитесь, где-то в этой точке. Вот вы здесь. Существуют люди, на которые вы обращаете внимание и думаете, что, блин, капец, мне никогда не достичь это прирожденный талант и все дела. Люди эти где-то могут находиться вот определенном в этом месте или где-то на другой ступени, и вам кажется снизу вверх, что, о господи, как же мне это невозможно добраться до такой вершины. Но на самом деле... Здесь между вами отличие только в том, что вам нужно проделать определенные шаги, чуть больше сделать шагов, и все это зависит от мотивации, грубо говоря. Все зависит от мотивации, и в принципе все в ваших руках, поэтому не зацикливайтесь на этом, что вы не музыкальны или еще что-то. Все мы люди, всех у нас две руки, две ноги, грубо говоря, да, и одна голова. Если вам достаточно этого, чтобы научиться играть на гитаре, то все. Вы можете овладеть этим инструментом, поэтому не переживайте и действуйте, и вы научитесь играть на гитаре, поэтому я вас верю. В заключение давайте подведем итог. Вот, немножечко отступлюсь, и, кстати, вот год назад я весил около 90 килограмм, и как раз я сейчас похудел, и я вешу сейчас 73 килограмма, и я применил определенную технику лестницы успеха, но эта лестница успеха была именно та лестница, которая у нас, вот у меня в подъезде находится, да, вот это моя была лестница успеха, я буквально чуть ли не каждый день поднимался на 9 этаж, спускался, поднимался на 9 этаж, спускался, и так вот раз 20, такая комбинация мне помогла похудеть. Вот, но это было, конечно, тоже такое же зрелище, что и соседи, если вы смотрите это видео, я хочу просить у вас прощения, потому что это такое зрелище, когда такая 90-килограммовая туша носится то вверх, то вниз через пролеты. Один раз просто был случай, когда бабушка выгуливала свою собачку и решила подняться наверх по лестнице. И тут я сверху вниз лечу. Просто представьте, такая 90-килограммовая туша летит, короче, со скоростью света. И бабуська от страха просто... Ладно, бабуська, собака от страха просто раз, так чук, и запрыгнула бабуське на ручки. А сама бабуська уже тоже готова была раз, тоже уже на ручки прыгнуть. Настолько они перепугались. Я тоже хочу попросить еще раз у них прощения. Надеюсь, что они с пониманием все-таки отнеслись к тому, что я делал. Все-таки, ну, да, все-таки без жертв не обошлось, но все-таки цель оправдывает средства, наверное, да?
Вот, на такое лирическое отступление. В общем, я хочу подытожить, что лестница успеха как раз-таки дает конкретное понимание того, что не все так печально в вашей жизни. Просто кто-то стартует с самой первой ступеньки, кто-то стартует с какой-то определенной промежуточной ступеньки, да. Но в любом случае вам просто нужно сделать эти шаги, и все, и у вас все получится. Поэтому верьте в себя, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Если у вас есть какие-то вопросы или вы чем-то не согласны, прокомментируйте данные, ну, ставьте свое мнение под этим видео. И не забывайте нажать на колокольчик, пожалуйста, потому что если вы хотите от меня получать ценную информацию и узнавать ее первым, то это как раз таки вам поможет сразу же получить уведомление о том, что у меня появилось новое видео на моем блоге. Поэтому не стесняйтесь рассказать про это видео своим друзьям. Я не против, если кто-то практикует меня или еще что-то в этом роде. Поэтому всем желаю успехов, всех люблю и желаю вам всех благ. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал и подписывайтесь на мою e-mail рассылку. Там я тоже буду давать вам ценную информацию. И добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, поэтому... потому что я вам отвечу всем, я готов коммуницировать со всеми и помогать каждому, если у него есть остались какие-то вопросы в том, как научиться играть на гитаре и все в таком роде. Поэтому... поэтому ждите от меня новых ценных видео. Пока!